напротив нашего отеля есть орнитологический сад, а в саду кроличья ферма. Кроли. Ну и травка их кормит, а капустку они кормят. Капустой кормят. А ты чем через заборчик вот сюда? Ой, 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 камеру не съешь только. На задние лапки хочешь, чтобы он встал, да? Оп, 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 морковку. А нет, капусту едят. Ну вон же она лежит. Потерял, что ли? Вот такие тут кролики. Тут много, смотри, пасутся. Серый. Серый грызет морковку. Хрустит. Чего ты ко мне лезешь, дай нормально поесть морковки-то. Тут видишь, они все морковку грызут. А вон их домики. Молодежь? Ага, мелкие. Пузатая. Или зеленый. Да ей все равно, смотри, она грызет. Это крольчиха. А то ее потом сложно. А вон вдалеке домик. Наши корпуса отеля. Мы этот орнитологический парк видим из окна, когда спускаемся на лифте, верно? Да. Так, 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 а мы же хотели пойти это, на речку, на прудик. А речка и пруд с той стороны находятся. Пошли туда. Какого? Бабочку? Ну, вот тут есть вон там такой рыжий с пятнышками. Рыжий с пятнышками? Какой-то пуховый, что ли. Пуховый. Ну, порода какая-то, ты видишь? А, видишь, их подкармливают. Не голодные. Ой, ой. Удрал. Удрал. Убежал. Все, пошли. Тут смотри, лежит загорает на траве. Один. Длинными ушами. Вон так. Не так хорошо. Не так видно. Что пишут? Волнистый попугайчик, отряд попугаеобразные. Семейство попугаевые, да? Ну, канареечки есть. Канарейки. Что, целая плантация попугаев? Ну, понятно. Пошли смотреть на пруд. Видел красивого пугачка? Вон того? Все в серединке, да, вон. Вижу. Он какой-то один тут такой. Ну. Хищные птички эмеретинской низменности. Ястребы, сапсаны, конюки. Кто тут водится? Вот твои лебеди. Вон, видишь? Которые я в окно видела, да? Которых ты видела в окошко. Они сюда сейчас приплывут. А, их, видимо, кормят. Вон, кстати, ребята, видите, второй корпус наш, по-моему. Да, да, наш корпус. Тут голуби ходят, полуручные. Ты хочешь, чтобы тебя лебедь укусил? О, тут еще вот так есть даже. И кролик, кролик, видишь, он тоже. Он убежал. Так, не кричи. О, вот еще кролик. Вот кролик. Да? А это кто такая? Это крыса. Крыса. Крыса, крыса, крыса. Водяная крыса, походу. Прикинь, ручные. Они боятся. Так, а чего он бежит? Кролик. А чего сбежал? Там еще одна крыса. А вон еще крыса. Кроль? Кроль сидит в кустах.
Вон там. Да тут, походу, это, их много. Да. Вот эти лебеди. Чёрные крысы. Угу. Уважаемые посетители, просим покинуть территорию вот эту. Хорошо, уходим. Это нельзя, да? Да, туда подходить нельзя. Вот там есть бетонные спуски. Если подплывут они, то желают. Здесь какие-то утки. Уточек. Мандаринка. Отряд гусеобразных, семейство утиные. Спасибо. Ох уж эти мандаринки. Маленькое у них там, угу, место для купания. Да. Им побольше надо. Да. Где-то. Где-то здесь вдалеке пасется гусь. Одинокий. Гусь. Ты гусь? Сейчас будет шипеть. Не будем тревожить гуся. Панорама пруда. Обалденная, да? Как хорошо освещаются горы сейчас. Видите, ребята? Просто красота. Красотища. Нравится тебе? Хочу здесь фотку. Фотку здесь хочешь? Угу. Давай, сфотографирую тебя. Территория отеля «Бархатные сезоны». Вдалеке виднеется Bridge Resort корпуса. Панорама. Присесть хочешь? Устала совсем. Заснять тебя вот так. Наш корпус, ребята, крайний подъезд, 5-й этаж. Мы, когда спускаемся на лифте, постоянно в окошко видим вот эту панораму, вот этот подход к пруду. И все 5 дней, сколько мы здесь уже находимся, нам хочется подойти к прудику поближе, верно? Да. По этой тропинке. И вот сейчас. Не сбежаться. Да, разбежавшись, прыгнуть со скалы или отпечатки лап с пруда. Где? Вот видишь. А, ну это все. Что за зверь? Так, так, так. Хочу тебе сказать, что это собака, наверное. Собака. Пусть одна птичка приплывет к нам. Все лебеди остались вон там. Солнце интересно, как они заснут. Солнышко, конечно, заснимет. Она, знаешь, отсюда попробует вот так сделать, такую и фотографию на фоне солнца. А получится, наверное, затемненно будет, да? Да.
самолет он спускается, видишь? Угу. Где солнце, под солнцем пролетел сейчас. Летит самолет на приземление. Ну и как сидится? Холодно. Холодно? Вставай, значит. Здесь не хватает лавочки, да? Так, поставили бы лавочку. Было бы хорошо. Безветренно здесь. Сегодня. А такие были штормы, да? Днем. Ливни. Гром, молнии. Молнии были, гром. А сейчас штиль. Насладилась? Вперед. И там красиво, и там красиво. И куда ни глянь, везде красиво. Жизнь прекрасна. Пошли. Это был, ребята, орнитологический парк города Адлер. Если вам понравилось мое видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. И пребудет с вами удача, верно? Мы же с вами прощаемся. Всем пока. Вот, молодец. А теперь мы идем в магнит за бухлишком.